Доброго времени суток. Снимаю для добрых людей. Вот эта чашка у меня, ну, 98 грамм. И вот муки у меня это, вот, полкило. Как с этих полкило, было полкило, 500 грамм. Но я вот немножко убираю отсюда муки для того, чтобы... Вот и моя закваска. Ну, как это называется, старт. Это... Вот я из нее, вот она в холодильнике мне стоит, вот такую часть забираю, и вот почти на дне остается, ну, намазано чего-то типа, что этого. Вот на дне остается, как будто размазано. И вот туда, что отсюда я беру с чашки с 500 грамм муки, я вот ее туда насыпаю. Ну, получается где-то 2 ложки. И на это наливаю воды 2 ложечки. И вот это размешиваю. Размешиваю, чтобы получилось такое полугустое. И вот это то, что у меня получилось. Я накрываю опять крышкой. Убираю в холодильник. Я храню это в холодильнике. Теперь замешиваем тесто. Тесто я замешиваю. Обычно сюда это 10 грамм соли. Но сегодня, как я говорила, я делаю не только на воде, ну, делаю на вот это как бульон. Делаю на бульоне хлеб. И 400 миллилитров там у меня получилось. Я его накрываю крышкой и оставляю в комнате до утра. Ну вот, на доброе утро. Она, видите, как поднялась? Вот она живет прямо здесь, и все с пузырьками, все. У меня вот такая типа формы. Это. Я ее обсыпаю, когда чем? Ну вот сегодня обсыплю это, как называется? Овсянка, сыр. Овсянка, сыр. И чуть-чуть припорошу еще мукой. Чуть-чуть вот. Мукой, чуть-чуть овсянкой. Теперь руку я мочу. И сейчас буду собирать. Вот оно какое. Живое, приживое. Обминаю полностью. Сильно обминаю. Руку мочу. Обминаю полностью. Руку, если мочить, то это не прилипает к руке. Короче. И вот. Вот такое обмятое собранное тесто. Еще раз намочу рук. И вот в таком виде. Вот. Вот оно какое. Кроссопчик. Вот так собираю и видно, нет. Вот так вот кладу. Теперь сверху поприсыплю чуть-чуть. И сейчас накрою
и уберу на расстойку. Ну, сколько? Час, полтора. Смотря какая температура в доме, настолько и расстойка. Вот так вот. Я прям беру, накрываю другой чашкой. И вот так она и стоит у меня. Вот хочу подсказать. Вот я старт достала с холодильника. Вот вчера ночью, которую положила. Видите? Он начал работать. Он живет в холодильнике. Он начал работать. Он начал вот пузырьки пускать. Я его сразу убрала в холодильник. Это у меня хороший старт уже, что года два я его женю, женю, женю. Вот так. В духовке у меня я вот поддон ставлю, и тарелочка такая вот сюда налила воду. Сейчас включу духовочку. Духовку включила на 200 градусов. Я ее не нагреваю, там, чтобы этим маразмами посмотрела, все равно, что в такую, прям сколько-то прогревать я ее не прогреваю. Теперь печь буду, вот в последнее время стала печь вот в этой опять своей, это, огнеупорной форме. Вот. Теперь для съемки новую взяла вот эту. И вон она что-то капризничает. Сейчас переложу. Переложила. Теперь разрезаю я вот таким хирургическим скальпелем. Вот так вот разрезаю и не разрезаю. У меня так получается. И в духовку. Я 10 минут буду на 200 держать, а потом на 160. Выпекается почти час. И вот так смотрим, что получилось у нас. Я вот крышку сначала сняла. И вот получилась вот такая красота. Вот такой волшебный хлебушек получился. Сейчас выну его. Вот такой сегодня получился. Ай, аллам. Дам ему остыть. Потом разрежу, покажу. Вот такая буханочка красивая. Разрезаю. Вот такой получился хлебушек. Такой вот пористый. На, попробуй. Сейчас с маслом дам. Пока так попробуй. Очень вкусно. Хорошо.